Александра Дорофеева. Так вот, такая гражданская позиция бывает. Ну почему я не чекист? Я был бы холоден и чист, как лед альпийский на помойке. И даже в дружеской попойке не бил бы я лицом в салат, а был бы стойким, как солдат. Нашел бы точку в каждой йоте и вечно был бы на работе. Нашел начало всех начал и вечно баксы бы качал из каждой скважины и рюмки по тонкой бычака задумки. Но липнет к морде тухлый лист. Я золотарь, я не чекист. А тот-то был бы прецедент, ассенизатор президент. Ведь все мы делаем одно, черпаем вилами об дно.